Дорогие коллеги, прежде чем говорить о роли макролидных антибиотиков, мне хотелось бы показать вам некоторые тенденции в антибактериальном значении антибактериальных препаратов в различных регионах мира. И я хотел бы начать с Соединенных Штатов Америки. Тенденции за последние 10 лет, поскольку это страна, где она наиболее, если сказать на сленге, наиболее продвинутая с точки зрения назначения антибактериальных препаратов, имеющая наибольший опыт и наибольшее количество доказательной базы. Первое, на что обращает внимание, это то, что за последние годы при сохраняющемся количестве обращений по поводу инфекции дыхательных путей очень существенно, почти на 20% снизилась частота назначения антибактериальных препаратов. Это, по сути, есть отражение очень осторожного, аккуратного подхода к назначению антибиотиков в тех ситуациях, когда подозревается другая этиология, чаще всего это вирусная этиология. Следующая совершенно четкая тенденция за последние 10 лет – это снижение количества пенициллинов, цефалоспоринов и тетрациклинов. И на этом фоне рост назначения респираторных фторхинолонов и увеличение назначения азитромицина, который стал наиболее назначаемым макролидом, и это 10% всех назначений антибиотиков при инфекции дыхательных путей и среднем отите. Тенденции, которые наблюдаются в Западной Европе, они также достаточно схожи. Мне хотелось бы только показать тенденции в назначении макролидных антибиотиков. На фоне роста назначения азитромицина наблюдается тенденция к уменьшению назначения кларитромицина и практически полный отказ от старых макролидов, таких как эритромицин и другие антибиотики. С чем связаны эти тенденции? Прежде всего, с теми проблемами, которые существуют на сегодня в антибактериальной терапии. Первое – это неоправданное назначение антибиотиков при инфекции, вызванных вирусными возбудителями. Следующее – использование при лечении острых бронхитов аминопенициллинов. Полагаю, что в этой ситуации более оправданным является назначение макролидных антибиотиков, в частности азитромицина. Применение аминопенициллинов при инфекциях, вызванных атипичными возбудителями. Совершенно очевидно, что в этой ситуации антибактериальная терапия неэффективна и нецелесообразна. И еще одна проблема, которая требует обсуждения, это резистентность пневмокока к аминопенициллинам и макролидам. Вы уже слышали о том, что резистентность не является синонимом клинической неэффективности. И я на этом вопросе остановлюсь отдельно в ходе выступления, касающегося резистентности, в частности, к макролидным антибиотикам. Наиболее значимая роль макролидов на сегодня в лечении внебольничной пневмонии. Все мы как святое воспринимаем наказ номер 128, по которому мы обязаны лечить больных с пневмонией. Наверное, каждый терапевт, если его разбудит среди ночи, знает, как надо лечить правильно в соответствии с этим приказом. Этот приказ вышел в свет в 2007 году. За это время произошли определенные изменения в тенденциях в лечении внебольничной пневмонии. И они касаются следующих моментов. Прежде всего, в достаточно крупных исследованиях тестировались возможности определения возбудителей с помощью экспресс-метода. На сегодня два из этих методов уже внесены в многие рекомендации, в частности, в опубликованные недавно британские рекомендации по лечению пневмонии. Это определение пневмокока экспресс-методом путем определения наличия растворимого C-полисахарида и методика экспресс-диагностики для определения легионеллы. Следующий принципиально важный момент – это сокращение сроков начала антибактериальной терапии. Если мы говорили о критическом времени 8 часов, то на сегодня совершенно очевидно, что критическим является 4 часа. И вот это время до начала терапии должно быть сокращено, и мы должны начать терапию в течение 4 часов от момента начала заболевания. И следующее, что более четко понимаем, это говорено в более свежих рекомендациях, чем приказ 128, это выбор места терапии и длительности антибактериальной терапии. Это связано с тем, что также в достаточно крупных исследованиях тестировались различные
шкалы, позволяющие оценить состояние больных и четко определиться с тем, где ему лечиться, дома или в стационаре. Вот эта шкала ПОРТ, она есть, она рекомендована 128 приказом, но если вы знаете подробно, что там надо определять, то ее определить в практике достаточно сложно. Есть две шкалы, которые тестировались в клинической практике, это CORB-65 и CRB-65. И вот эта шкала последняя, она достаточно простая, она может быть использована у постели больного без дополнительных лабораторных методов. Оказалось, что по результатам их исследований, что она достаточно хорошо работает, и можно ее использовать. Это Си – нарушение сознания, R – частота дыхания более 30 в минуту, B – низкая дистолическая меньше 60, систолическая меньше 90, артериальное давление, и 65 – возраст старше 65 лет. Все очень просто, да? Если использовать эту шкалу, то здесь нужно еще определять уровень мочевины, и, то есть нужны лабораторные исследования. Вот эта шкала без лабораторных исследований очень простая, и, по-видимому, она может в ближайшее время будет использоваться в клинической практике. Если каждый пункт — это 1 балл, если 0-1 балл — это больные могут лечиться амбулаторно, 2 балла нуждаются в госпитализации, и 3-4 балла нуждаются в срочной госпитализации варита. Очень простая клинически применимая схема, которая, возможно, появится в наших ближайших наказах и рекомендациях. Несмотря на разработку экспресс-методов и то, что некоторые из этих экспресс-методов дошли уже до рекомендаций в клиническую практику, тем не менее у нас терапия продолжает оставаться эмпирической. И все рекомендации, в том числе наказ номер 128, оставляют нам выбор между, фактически между тремя классами, если мы говорим о неболичной пневмонии, тремя классами антибактериальных препаратов, это аминопенициллины, макролиды и респираторные фторхинолоны. И для того, чтобы определиться, прежде всего надо определиться способностью к эрадикации тех или иных возбудителей. Если мы говорим о пневмококе, то та проблема, которая интенсивно обсуждается, это резистентность пневмокока к пенициллинам и макролидам. Эта проблема возникла в начале 90-х годов. Наблюдался к концу 90-х максимальный рост количества резистентных штаммов и затем небольшое снижение. И вот это плато, оно сохраняется по настоящий момент. Оно вызывало достаточно много опасений с точки зрения эффективности антибиотиков. Были выделены два варианта с высоким уровнем резистентности с кодируемым геном ARMB в Европе и в Соединенных Штатах. Второй вариант резистентности к макролиду – это кодируемый геном MET-A с низким уровнем резистентности, в основном в Северной Америке. Но проверка в клинической практике в рандомизированных исследованиях показала, что эта резистентность не коррелирует с клинической эффективностью макролидов. Это одно из достаточно свежих исследований, опубликовано в прошлом году, достаточно крупное исследование. По изучению эффективности азитромицина у больных с пневмонией, вызванных резистентным к макролидам пневмококом. Причем половина из них имела высокий уровень резистентности с геном ARMB. Вы видите, что клиническая эффективность превышала 80% применения азитромицина у таких пациентов. Следующая проблема – это роль внутриклеточных возбудителей и, соответственно, нецелесообразность использования у этой категории пациентов антибиотиков из группы аминопенициллинов. По данным различных регионов, цифра колеблется, но не очень значительно, и от 20 до 28% пациентов имеют выявляются атипичные возбудители, в основном это микоплазма. Роль хламидофилы пневмонии, она больше дискутабельна ввиду сложностей с ее определением и с верификацией. И достаточно редко вызывает легионелла, но это, как правило, достаточно тяжелые пациенты, нуждающиеся в госпитализации в отделении реанимации интенсивной терапии. Хламидофила пневмония приводит к развитию примерно 10% случаев негоспитальной пневмонии и около 5% бронхитов. Большинство случаев заболевания протекает мягко и асимптомно. И я еще хочу подчеркнуть, до сих пор существуют достаточно большие проблемы с верификацией данного возбудителя.
Если мы говорим о госпитализированных пациентах, то примерно такая же цифра, до 30% выделяются типичные возбудители, достаточно часто в виде коинфекции с бактериями или вирусами. Естественно, возник вопрос о том, насколько эффективна терапия, направленная на эрадикацию атипичных возбудителей. Был проведен целый ряд метаанализов. Это наиболее полный метаанализ. Они включали одни и те же исследования в различных количествах. Это наиболее полный метаанализ, 24 исследования, 5000 пациентов был проведен. И он показал, что, если говорить о классах препаратов, направленных на применение которых направлено на атипичных возбудителей, то ни один из классов не показал достоверных преимуществ, хотя макролиды имели тенденцию к тому, что они лучше, чем другие классы препаратов. Вот эти отсутствия эффекта от эрадикации хламидофилов пневмонии, она связана в основном с трудностями диагностики. На сегодня на основании этих метаанализов был сделаны выводы о том, что не вызывает сомнений польза от терапии, направленной на эрадикацию легионеллы пневмофилы. Сведения об эффективности эмпирической терапии, направленной на хламидофилу пневмонии, ограничены в связи с проблемами корректной диагностики. И контролируемое исследование подтверждено. Польза от эмпирической терапии в неоспитальной пневмонии при подозрении на микоплазму пневмонии на основании клинических критериев. Клиническая картина достаточно специфическая, хорошо известная клиницистам. Использование полимеразной цепной реакции, определение титра антиген класса иммуноглобулины М или G, обнаружение хламидии. При этом надо учитывать, что обнаружение хламидии или пневмонии в респираторном секретах без соответствующей клинической картины диагностического значения не имеет. Я не буду останавливаться на разнице между типичной и типичной пневмонией. Я думаю, что уже студенты старших курсов хорошо знают, чем отличается клинически типичная и атипичная пневмония. Мне хотелось бы подчеркнуть то, что есть во всех рекомендациях, о том, что при подозрении на типичную пневмонию, вызванную микоплазмой пневмонии, естественно, в этой ситуации применение макролидных антибиотиков, оно целесообразно, особенно у лиц моложе 40 лет. Следующим по значению возбудителем является гемофильная палочка, гемофилия инфлюэнца. И вот здесь мне хотелось бы подчеркнуть различия внутри группы макролидных антибиотиков. На сегодня азитромицин является тем препаратом, которому гемофильная палочка имеет достаточно высокую чувствительность, в отличие от макролидов других групп, которым гемофильная палочка имеет достаточно низкий уровень чувствительности. Причем к азитромицину чувствительны и те штаммы гемофильной палочки, которые продуцируют бета-лактамазы. Чувствительность к азитромицину сохраняется до достаточно высокой. Следующий вопрос, достаточно важный, который подвергается коррекции, это длительность пересмотра и коррекции, это длительность терапии. Вы знаете, что длительность терапии должна составлять 5 дней и более. При отсутствии повышенной, при нормальной температуре 48-72 часа. И естественно, что короткие курсы антибактериальной терапии, они имеют преимущество, совершенно очевидно, перед более длительными курсами терапии. Они повышают приверженность больных к лечению. Даже при таких коротких курсах терапии в пределах одной недели показано, что приверженность больных к терапии она достаточно широко варьирует в зависимости от назначенного режима терапии. Снижение риска формирования резистентности возбудителей к антибиотикам, уменьшение количества побочных эффектов и снижение, соответственно, очевидно, стоимости терапии. И с этой точки зрения использование азитромицина, азитрокса, оно достаточно интересно, это результаты достаточно крупного, открытого, рандомизированного и сравнительного исследования, в котором изучалось два режима терапии. Азитромицин в дозе 1 грамм в сутки 3 дня и амоксициллин, клавулановая кислота в дозе 875 миллиграмм 2 раза в сутки в течение 7 дней. Вы видите, что эти два режима терапии имели сопоставимую как клиническую, так и бактериологическую эффективность. Мне хотелось бы единственное обратить ваше внимание на дозу азитромицина 1 грамм в сутки.
Если речь идет о коротких курсах терапии, то дозы 500 мг, она, по всей видимости, недостаточна. Если мы говорим о госпитализированных пациентов, то я думаю, что вы знаете достаточно хорошо. Это метаанализ, который был проведен 10 лет назад, и он лег в основу многих рекомендаций по лечению таких пациентов. Было показано, что наименьший уровень смертности наблюдается при применении комбинации макролидов и цефалоспорина второго поколения. Вот этот режим терапии комбинации макролидов и цефалоспорина, он тестировался в очень большом количестве исследований в различных регионах. Я не стал просто пока загружать слайд огромным количеством информации. Это только несколько исследований из разных регионов. Это Россия, Европа, Южная Америка. И эти все исследования дают примерно одинаковую, достаточно высокую эффективность у больных госпитализированных комбинациях азитромицина с бета-бета-лактамаз. И госпитализированные в отделении реанимации интенсивной терапии. Вот здесь роль макролидов антибиотиков несколько ниже, чем других групп. И основная проблема – это пневмокок и его резистентность к антибактериальной терапии. Если же есть подозрение на легионеллы, вот здесь, естественно, препаратами абсолютного выбора являются макролиды и, в частности, азитромицин. Был проведен ряд метаанализов по сравнению различных классов антибактериальных препаратов. И по данным этих метаанализов, макролиды, азитромицин, в частности, в сравнении с респираторным фторхинолоном, показывал сопоставимую эффективность и переносимость. И был проведен метаанализ 15 исследований, где сравнивался азитромицин с амоксициллином с клавулановой кислотой. Достоверно меньше было побочных эффектов при применении азитромицина. Клиническая эффективность хотя бы была значительно лучше, но не была достоверной. Вот это вот отсутствие достоверности связано в первую очередь с тем, что были очень разные и плохо сопоставимые подходы к оценке клинической эффективности в этих исследованиях. Поэтому по определению здесь сложно было достичь достоверности. Суммируя роль азитромицина, азитрокса в лечении неболезненных пневмоний, мы можем говорить о том, что он входит на сегодня в схему лечения всех четырех групп пациентов, может использоваться как препарат выбора. Предпочтение азитроксу нужно отдавать в случаях аллергии бета-лактама, используя пациентов бета-лактама в течение 3 месяца до настоящей терапии. И сопутствующие патологии желудочно-кишечного тракта, ассоциированных хеликобактер пилори, эпитическая язва, хронический гастрит, ГЕРД, дисбиоз кишечника, синдром раздраженного толстого кишечника. И азитрокс препарат выбора при подозрении на атипичных возбудителей. Азитрокс позитивно влияет на иммунитет, благодаря обладает длительным постантибиотическим эффектом, может использоваться короткими курсами 3-5 дней при легком течении внебольничной пневмонии. Создает высокие концентрации действующих веществ в тканях даже через 7-10 дней после прекращения терапии. Единственный из макролидов, который чувствительна гемофильная палочка. Редко приводит к развитию побочных эффектов, обладает достаточно хорошей переносимостью. Применение однократно в сутки повышает приверженность терапии. Может применяться у детей 6-месячного возраста, и FDA отнесла его у беременным в группе B, то есть препарат, который доказана безопасность на животных, и нет информации о вреде при применении у человека. Несколько меньше роль макролидов в лечении хронически обструктивных болезней легких, поскольку, несмотря на то, что на сегодня доказана роль бактериальных возбудителей в обострении, тем не менее, все-таки респираторные вирусы являются основной причиной, гораздо меньше бактериальные патогены и на первом месте гемофильная палочка. Я хочу обратить ваше внимание о том, что в этой ситуации, конечно, азитромицин более предпочтителен, если мы выбираем препараты из группы макролидных антибиотиков. На сегодня доказано влияние азитромицина и макролидов, в целом представителей различных представителей класса макролидов, влияние на иммунную систему и, в частности, у больных с хроническими обструктивными заболеваниями легких. На сегодня
мы можем говорить, что макролидные антибиотики включены во все рекомендации по лечению обострения хронической болезни легких. Макролидные антибиотики рекомендованы больным с нетяжелым течением, в которых нет подозрения на наличие возбудителя резистентных стандартов антибактериальной терапии, в частности, на наличие синегнойной палочки. И в целом макролидные антибиотики обеспечивают адекватный спектр активности в отношении возбудителей при обострении хронической болезни легких. При этом демонстрируют различную активность в отношении гемофильной палочки. И в рандомизированных исследованиях азитромицин демонстрировал лучшую бактериологическую клиническую активность по сравнению с кларитромицином. И в конце буквально два слайда я хочу показать те области применения, где обсуждается роль макролидных антибиотиков. Это роль в лечении бронхиальных астмы, учитывая то влияние на иммунитет, о котором я уже говорил. Применение макролидных антибиотиков по данным рандомизированных исследований приводит к улучшению симптоматики при незначительных изменениях стандартных спирометрических индексов. В этом отношении достаточно многообещающим являются результаты исследования астматикус. Это 600 пациентов с бронхиальной астмой, которые лечили азитромицином. И в группе, где был повышен уровень иммуноглобулинов, и у них улучшение составляло порядка 28%. И последнее, где роль макролидных антибиотиков не вызывает никакого сомнения, это лечение инфекции, ассоциированной с Helicobacter pylori. Но я хочу подчеркнуть, что это на сегодня азитромицин может широко применяться наравне с кларитромицином, который входил ранее в рекомендации. Вы видите результаты метаанализа, 14 исследований, почти 1500 пациентов. И здесь сравнивались терапии, фактически азитромицин против кларитромицина. То, что без азитромицина, в основном используется кларитромицин, вы видите, что при одинаковой эффективности более безопасная терапия на фоне азитромицина. Благодарю за